Покажи, что умеешь. Какие вести? Чудовище убито, мгла развеялась. А, вот ведь в деревне обрадуются. Ну, вы заслужили награду. Прошу, и счастливого вам пути.
Давай, плотва. Шевелись, плотва.
Погоди, плотва. Плотва, не так быстро. Лучше в те болота не лезь. Сохрани. Днем и ночью. А он? Поддержи, бедняка. Чародей, а? Что? Ты зубы, но по глазам... А хватит у тебя смелости всю эту клевету повторить, глядя... А как же? Ты мутант! Скольких людей ты спас от смерти? От Брукса, от Лешего? Да при чем здесь? Скольких я... Есть над чем... Глоб-то наш проповедник здоров драть. А дунь на него, так он уже хвост поджимает. Кто сеет гречку спросом, тот ходит голый босый. А! Боги! Костлявая! За мной пришла! Эх, какие красотули тут порхают! Груди, как дыни, прям так и тянет помазать. Эх, Фабия, погубят тебе эти твои мечтания, помяни мое слово. Честью богат.
Берусь. Я-то думала, хуже быть не может. Чёртовы охотники за колдуньями. От шторма еще уйти можно. А пиратов со стрельби нет. Прошу ко мне не приставать. Опять в пояснице стреляет. Куда? Там тебя. Вали отсюда, приятель. Дайте жить спокойно. Ну же, уважаемый. Ведьма, ромич, когда на случай Глазище! Ты? Достаточно, Геральт, и... Пару лет назад один тип заплатил мне, чтобы я сохранил для тебя... Кто это был? Он не представ... Хэп. Может, тогда... Меня интересует только... Интересуешься книгами? Покажи мне твои книги. Бывай. Для некоторых это единственная возможность помыться. У меня есть немного... Вы попали по... Чем могу... Как идут дела? Вам правда интересно? Дела идут. На войне можно заработать. Неплохо. Так-то... До новых встреч.
дождь. Марио по домам сидит. Разва... Попрошу. И очень хоро... Ну, посмотрим. Прощай. Мое почтение, мастер. Я по поводу заказа. У тебя правда не... Я попросил бы, мастер. Я знаю, что... Как гнусный. А что он... То хлеб, то рыб. Ну так как? Успокойся. Спасибо, мастер. Чучело. Какой-то векслинг выдал себя за Йорна Борщебородова. Я обчистил его счет в банке. Убивайте. Что дальше-то было? Действительно. Кот переросток. Адское отродье. Какой-то векслинг выдал себя за Йорна Борщебородова. Я обчистил его счет в банке. Убивайте. Что дальше-то было? Ох, тяжко. Ой, тяжко.
Если бы зимой эти костры жили. Дубина! Ты видишь? Давайте, давайте, люди! Всем не хватит! Похоже, домовой потерял часть добычи. Он шел в ту сторону. Дуэльсайз. Не крутись тут. Гляди-ка, в Новиграде сброда все больше. В свое время мутантов сюда не пускали. Какой город все под хвост. Держи бедняка. Прыгнул в ров. След обрывается. Здесь еще отпечатки лап. А вот уже башмаки. Неужели кот в сапогах? Ты тоже бежал из Тимерии? Ну? Эх ты! Распашку. Интересно. Письмо? Вот это да. Ученый у нас домовой. Доплер. Это многое объясняет. И осложняет задачу. Чтобы его выследить, нужен четкий след. Дамская блузка, мужская рубашка, детские башмачки. А кровать одна. Лаванда. Горная лаванда. Сильный запах. Хватит, чтобы его выследить.
хер бы с ним совсем. Возвращаться было боязно. Эльф и стражник вечного огня поглощены дружеской беседой. Редкое зрелище. Дружеской? Этот расист остановил меня для обыска. Ты нелюдь! Какая тебе еще причина? Ты скверный актер, сразу видно у тебя. И оскорбляешь офицер... Чья бы корова мычала? Меня торговцы заказали! Вечно одно и то же. Эй, стой! Так как из-за этого гнедого совраста все завидовали, покуда однажды... Ты правда хочешь увидеть, как выглядит бешеный ведьмак? А ты? Что-то я постарел. Мало выглядеть как ведьмак. Но достаточно влезть в твою шкуру, чтобы понять, что ты за человек. Правда, не убиваю. Но не все такие совестливые, так что лучше отправляйся к кра... Я знаю. Но я думал, что меня-то никогда не поймают, что я... Мое почтение. Дело сделано. Я убедил домового вернуться в деревню. Запретил. А откуда мне знать, что вы правду говорите? Лучше, чтобы все-таки было, а то как поди... Я дам половину того, на что... Лучше развал... Попрошу, не тол... Я... И очень хорошо. Ну, посмотрим. Прощай.
Как же это так? Сил нет. У меня на обед рассольничек. Не спалились, а ты не пойдешь.
что сыт, непутник. Холоферн Майерсдорф, к вашим услугам. А это мои сыновья, Берни, Франклин и Гуго. Очень приятно. Геральт из Ривии. Я знаю, кто ты. Я тебя по волосам узнал. Сказать по правде, я ждал кого-то вроде тебя. Наверное, дело в медоносном призраке. Я видел объявление. Все верно. Он мою пасеку опустошает. Ты же понимаешь, что ничего подобного, никакого медоносного призрака не существует. Это должно быть какое-то чудовище, может быть, дух. Работники твои видели что-нибудь? Я видел. У него были следы от... Скорее. Что вы здесь? Поздно. Покажете мне? Идем. Прошу сюда, за мной. С чего вы вообще взяли, что это медоносный призрак? Это такая примета у пасечников. Если дарами пчел плохо распоряжаются, то приходит медоносный призрак. Он разбивает ульи и убивает пчел, чтобы никто не использовал этих благородных созданий в неправильных целях. Вы что, натравили пчел на конкурентов? Нет. Отец подписал недавно контракт с реданцами. Значит, призрак из Нильфгаарда. В самом месте призрак убил батрака. Может, остались какие-то следы? Здесь покрыты ним. Головы должны быть у доносного призрака здоровенные ноги. И он очень тяжелый. У этого их бедоносного призрака здоровенные ноги. И он очень тяжелый. Прошло несколько дней. Должно быть, тут погиб батрак. Интересно, куда приведут эти следы? Следы исчезают в воде. От этой лужи, которая притворяется озером, почти ничего не осталось. Проверь другой берег. Может, следы идут дальше. На него.
Если есть свет, то должны быть и утопы. Но, скорее всего, это не они уничтожили. Протиснется. Должен быть другой вход. Закрыто. У меня есть ключ. Пожалуйста. Это замечательная ука... Я войду, а ты лучше возвращай... Как же? Он больше похож на гончего пса дикой охоты. Откуда он здесь взялся?
Вперед, плотва! Ваш медоносный... Во имя вечного огня! Недели две назад... Должно быть, пес тогда и отстал. Верну... Это не вот... Спасибо, спасибо! Хватит! Thank you.
Говорил, ты кашу в этом самом локмане. Я по поводу заказа. А, какая-то тварь напала на ночной патруль. Наши-то вооружены до зубов. Ребята как на подбор. Почему решили, что это чудовище? Вы бы видели их останки. И как выглядели тела? Я в жизни не видел ничего подобного. А уж я-то на трупы насмотрелся. Я как-то слышал о людях, что погибали от жары в пустынях Зерикании. Так вот эти убитые выглядели именно так. Тела уже захоронили? Был приказ их сжечь. Но прежде наш медик их как следует рассмотрел. С ним и поговори. Он сидит сейчас в доках. Я посмотрю, что можно сделать. Мы тебе заплатим. Скинемся с ребятами. Мастер, не помог бы ты добрым людям? Нам как раз на кружечку. Мы как-никак коллеги. Вы же... Что-то мне попадались злые. Ну, не заставляй себя упрашивать. Я вам лучше... Но, мастер, вы бы лучше... Тише ты. Сойдите с дороги. А вот не сойдем. Я сойду. А мне никто приказывать не будет. Хватит, хватит, мастер, я уже понял. Идите по домам, и чтобы я вас тут не видел.
Ты медик. Чем могу помочь? Я расследую убийство стража. Так тебя наняли этим заняться. Я слышал, что... Ты тоже считаешь, что их убило чудовище? Я вот что-то сомневаюсь. Это было похоже? Нет. Где нашли? Переулки. У дороги из дока... Надо будет там осмотреться. Ты видел? А, спасибо. Удачи. Чешется, сука, и чешется. Это девка. Выходи на бой! В этот раз ты так ли... Да ты приехал. Нет. Да? Да. Ты не спрашивал. Пусть льет.
чего еще? Остались какие-то необычные следы. Что слышно? Что слышно? Следы ребенка. Много тут народу ходит. Четкие следы копыт. Конь? Нет, кони на двух ногах не ходят. Идет к хромоножке Катарине. Он из-под духов. Кто пользуется дорогими духами в таком нищем квартале? Старшему охотнику за колдуньями и господину судье. Давай нам тоже, что всегда. Разумеется. Если и дальше так пойдет, я вам скидочку сделаю. И хорошо. Люблю трахать страхонёв. Ну и что? Добавка ты как круче. Сказал, что адрес на машине. Мы здесь вареники делаем. Районов пожился, что это меч работы Хатори. Вот скотки. Отвали. Этот человек очень странно себя ведет. Ты видел в округе что-нибудь странное? Я видел. Вон в том? Кажется, да. Может, его суккуб очаровал? Надо как-то проникнуть в этот дом и проверить. Thank you.
мне с утра тошно. Буду теперь следить за каждым твоим шагом. Ну и что? Глухой, что ли? Нет. Сказал, что адрес обошелся. Что здесь парень? Что тут у тебя? Приданские вареники. Что от меня? Откуда ты знаешь, что я... Ты шутишь? У кого есть... Специалист по мечам. Ха! Геральт из Риви. Приятно познакомиться. Я... Ха! Ладно, если... Похоже, я не знаю. Не завлекать же клиент. Ох, ё. Сколько же тебе... Оставился. Жаль, ты этим больше не занимаешься. Так и денег бы... Понимаю. Формально не. И кто такой этот? Начинал он скромно. Была у него маленькая мастерская. Другие? Одного... Как я понимаю, от тебя он избавился именно так. Я сначала боролся. Ходил в ратушку. А ты не пробовал... С Ван Хорном? Понятно. Ну, знаешь... Ты тоскуй... Все. Предлагаешь мне заняться твоим... Просто сходи со мной на... Я так понимаю, это большая... Да, только кор... Я мог бы... Ах, за... Ну, не знаю. Мне бы твоя помощь... Ясно. Замечательно. Эльфская кровь, а? А этот, что здесь делает, если так можно выразиться? Совсем глупый. Не видишь, что ли, ведьмак этот? Бестию должно быть какую-то выслеживать. Дай медяшку. Оруженосец нужен? Кто ты? Ты когда-нибудь слышал о ведьмаках? Ты пришел меня убить? Сначала я хочу поговорить. Зачем ты убила этих стражников?
Я была неосторожна, и они застали меня врасплох. Меня хотели убить, так что мне пришлось защищаться. Только и всего? Никакой трогательной истории о человеческой ненависти ко всему чужому. Я не привыкла врать и не привыкла убивать без причины. А если я этого не сделаю? Тогда мне придется тебя убить. Терпеть не могу, Мне придется соврать, что я убил тебя, обычной... Хорошо, возьми это. И еще вот. Стражников убил суккуб. И грани? Но свет вечного огня хранит город. Значит, он недавно притух пару раз. Так или иначе, суккуб никому уже не причинит вреда. Вот доказательства. Склоняю перед вами голову, мастер. А вот обещанная награда. Прощай. Что-нибудь наточит? Покажи мне свои товары.
Прощай. Что-нибудь наточи. Мне надо изготовить одну вещь.
прощай. Я ветеран. Не надо ли тебе чего, мастер? Прошу. Что у тебя? Будь здоров. Простынел. Не откладывай на завтра, купи сегодня.
Ладно, играли сквалыги, на сквалыге сидит, сквалыги погоняй. Здравствуйте. Я по поводу белых. О. И все-таки я его разорву. Так спрашивайте. Значит, белая дама появляется на полях? Да. А что за мир? Вы... Романтики. Да уж. Ну так как? Я этим... Шевелись, плотва. Засохшая кровь, очень старая. Но следы огня свежие. Медальон рядом с ними вибрирует. Что-то увидел перед смертью. Здорово испугался. Кожа бледная, но кровопотери не было. Значит, не вампир. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Должно быть 4 тела. Тело высушено, следы ожогов. Работа полуденницы. Крепкие профессионалы. Кто-то убегал в панике, не разбирая дороги. Надо осмотреть башню.
Следы крови ведут в погреб. Гули стянули тело вниз, но убивали не они. Кожа неестественно бледная, растрескавшаяся. Судя по всему, это полуденница. Она меня избегает, но ей придется показаться, если я возьму принадлежавшую ей вещь.
слово. Вот почему. Здравствуй. Похоже, это ваша... Это Лю... Да. Родители пообещали ее кузнецу из города. И перерезала себе вены. Родители Люси не продать. Мне нужны какие-нибудь личные... Возьми. А! Гляньте на него!
Здравствуйте, мастер. Все разрешилось. Можете возвращаться. Спасибо. Ветер.
Скотина! Голос доносится изнутри дерева. Thank you.
силы. Отсюда изливается мать. Ребенок. Ow! Ow!
Воронице десятой дорогой обходил. Ну что там? На всякий случай, пока не ходите на... Не может быть! Поверь. Так что ж вы сделали? Сердце дерева вселилось... Значит, он же не вернет? Нет. Ведьмы, или как ты их называешь, хозяйки леса? Знаю. Вот и плата. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор. Вы здесь чужой, не знаете. Значит... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете. Велен никакие боги не хранят. Вы вживую тоже. Другие. Не как на гобелене. Ну, принеси. Никогда больше не пытайся противиться нам! Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как хороненькие. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Я узнаю этот знак. Это Анна, жена барона из Вронец. Внутри нее зрел. Мы помогли ей. На гобелене вы выглядели... Мы нарядились спе... Если бы ты знала, сколько времени... Вы знаете, зачем я пришел. Ты будешь меч... Вы зате... Ничего не дается даром. Ты унич... Да. Как нам повезло! Чей дух? Дух той, что когда... На тебя она обмануть не смогла. Ты... Я выполнил свою часть. Мы никогда не... Девушка! Худая, истощенная. Мы заботились о ней. Как оказалось... Я не верю вам. Говорят, что вы всегда делаете... Расскажем. Мы знали, что придет кто-то особенный. Мы прочли это по звериным внутренностям. Мы видели ее образ, как рябь на... Вернись!
хотели ее убить. Вкус ее крови. Старшая кровь. Жаль, что она убежала. Вы хотели ее... Пустые слова. Теперь ты будешь гонять. А если настигнешь ее? Теперь помедленнее.
Идите вы все к черту! Самогон уж. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Знаешь, что такое коллекционные звездюри? Барон как накатит, так зло и делается. А пьет барон без передыху. Мне нужны доспехи.
Бывай. Чем могу служить? Мне нужны доспехи.
Бывай. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твой... Как насчет партии в Гвин? Чем могу служить? Бывай. Чем могу? Я хочу посмотреть. Бывай. Эй, белоголовый, думаешь, в два мяча выстоишь против 40? Я в стаканчик накатил. Вот. Говнюк. Ну? Есть весть о твоей жене. Так что ж ты, сука, сразу не сказал? Где она? Почему ты ее... Она на кривоуховых топях. Нашла себе там. Ты должен был вернуть ее, а не проверять, как она там устроилась. Ты хотел ее найти, я ее нашел. Думаешь, я законченный выродок, а? То, что я думаю, не... И все-таки в твоем взгляде я вижу презрение. Ты, наверное, скажешь... Санет, у нас была любовь с первого взгляда. В битве под Анхаром мне копьем плечо раздробили. Скоро Тамара родилась, а меня Фольтест отправил в Цидарис на помощь королю. Я по-прежнему вижу здесь, только... Ты дашь мне договор... Ну, хорошо. Я воевал на разных фронтах.
получал жалование, а нет-то одна сидела целыми месяцами. Понимаешь, сука, если бы она один раз загуляла, я бы рукой мог. Как ты узнал? Вернулся домой однажды. Я думал... Надо думать... Это сука мя... Ну и вот с того дня все. Не знаю, как мы выдержали. Ты прав. Рад, что ты это понял. Ну ладно. Если не... Она заключила док... Как? То есть? Она, наверное, думала, что ребенок... Кроме... Договор с ведьмами? Не советую тебе заходить на болото, даже с солдатами. Место само по себе не... Ну не ждать же пока... Нет. А я муж, Я свое слово сдержу. Кто слово, да? А на чем бишь я... На вас напал вы... А, да, да. Он, когда перед нами приземлился, я решился. Этот раз нам бы не выбираться. Берегись! Если я не выживу, берись за... Выживи! Сука! Деревья! Бегите между деревьями! Не оставлю. Ах ты ублюдок! Ах!
ублюдок! Ах ты, ублюдок! Ах ты, ублюдок! Ах ты, ублюдок! Ты все собрала? Да, спасибо. То, что ты для меня сделала. Мы... Тебе не обязательно уезжать? Я должна... За мной... За тобой? Пока я здесь. А ты? Я... Она села на коня и уехала. Переправа через Понтер. Она искала чародейку. Откуда у тебя вообще... Я ведь не всегда командовал этой бандой, придурок. Но переправу охраняю. Если есть зас... Значит, есть что? Да не за что. Говори уже. Я хочу поехать за Анной. От... Плохо ты меня слушал. Вот поэтому от Цири я тебе больше ничего... Немного налить? Ну, ясное дело. Ясно. Что это было? А это ты мне скажи. Ума? Ну да, странно. Значит, он умеет? Не, ну... А. И что смешного в этом? Поехал я как-то в Новиград. Развеяться, вкусить-то с картом мне шла. Прям вот как помог. Я спросил, что он может поставить. Ну, теперь ты самый настоящий. Да, хотя... То есть? О? Нет, не видал. Но с виду он мне... Ну? Мне... Ну, будь здоров. И будешь для нее...
умоляю! Ребята говорили, что есть в одной деревне девка, с которой за еду покупаться можно. Да не какая-нибудь старая бабища, у которой зубов нет. Володенька! Кошечка! Кровавый барон о вас знает? Пам-парам! Пам-пам! Знаешь, Ведьмак, про тебя всякое болтает. Да ну тебя. Я вас так и забуду. Что, неплохая работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Сразу поймет, что на этой стороне Понтера лучшего товара не сыщешь. Да ловит за хлеб. Эй, ты! Проваливай отсюда! Мы с этим домом работаем! Считаю до трех, чтобы вас тут не было. Ты слышал? Два, три. Только не бей! Где чародейка, которая здесь жила? Должно быть, залегла в какой-то норе, как вся ста... От кого она скрывается? Храмовая стража травит их. Кто может знать? Я бы ее поискал. Где? Понятия не имею. Тебе там са... Может и так. Говорят, туда... Ну или нищих. Значит, здесь у нищих свод... Зря смею. И ты пас... Кто меня звал? Менге. Храмовая стража. Взять это воровское семя в... Но, господин! Так, по-твоему, их имущество можно... Но... Магии... Но их скарб... Забота храмовой... Ты знаешь, что не доп... На что ты намекаешь? Как не топырь чует мотыльков, так и я чую... Я слышал, что Новиград не место для... Для праведных людей. И... Пока я не могу тебе ничего сделать. Я буду пить. До встречи. Thank you.
Ногти и щетки для волос использовала только Трис. Травы, коренья. Трис решила стать целительницей? Одежда Трис. Раньше она ее не разбрасывала. Роза памяти. Вся высохла. А потом что? Поэтому добровольное пожертвование в пользу Редании или изгнание? Нет, с мылом. Можем потом попробовать. Но официально. Нет. Ну как, есть то, что вас положить? Еще как. Страстные девушки приехали из краев, которые захватил Нильгард. Не то я охотникам донесу, что тогда ты не любишь. Придется какой-нибудь из них показать на ветра. Чего ко мне прицепился? Я вот иду туда же. Откуда ты, сука, зна... Ты не такой деловой, как тебе кажется, а я... Ты меня грабануть собрался? Это... А если я расскажу, что ты подворовываешь, прибираешь золотишко у нелюдей? Что ты гонишь? Ничего... Это ты не мне объясни. Все уходит к королю. И что я по случаю зарабатываю? Ага. А есть такая страна? Жальтесь над горькой долей и помогите хромому милостыней. Говорят, в Новиграде ничего. Ах, чую сейчас опять. Сведи меня с этим. Сведи меня с... В Новиграде есть... Да не сомневаюсь. В Новиграде... Я слышал, что такие как... А я слышал, что тебя навалили конских ярмарок. А ты... А теперь иди-ка со своими...
пожертвование. Лучший развал, попрошу. И очень хорошо. Ну, посмотрим. Да, очень неприятно. Понимаю, что сую нос не в свои дела. Это место для тех, кто в теме. Мое слово. Златоуст, сука, выискал. Валить, суку! Ах ты, собачий котра! Держитесь вместе! Да, очень неприятно. Понимаю, что сую... Это место для... Никаких. Держи его! Валить, суку! Yeah.
ты, собачий порох! Колдун! Режь, ублюдка! Заходи сзади! Перестань! Хватит! Я только выполнял приказы! Я задаю простой вопрос, ты просто отвечаешь. Где гнилая роща? В квартале у шлюх, в переулке, у ворот стоит шухарной. Скажешь ему пароль, он тебя впустит. Какой пароль? Старая чушка плодила подсвинков. Видишь? Можешь же, если хочешь. Страх такой бледный. Виград — это образ мысли. Сечешь? Осторожней! Это ж ясно, как вечный огонь.
Шел низушек по дороге, и без руки, и без ноги. Я бедняге помогу. А есть такая страна, где... Открывай! А ты кто? И чего здесь хочешь? Присмотрись ко мне. Желтые зенки. Я слышал, что... Это ты, верно. Старая чушка плодила под свит. А. Обращается все больше желающих. Наверное, пора кое-что прояснить, чародейка. Самое время. Мы с моими людьми справимся и без магов. А вот маги без нас... Кого? Геральт? Здрав. Я вижу, вы очень хорошо знакомы. Твои шпионы донесли тебе. Если бы я не держал руку на пульт... Храмовая стража терпит ваше присутствие. Скажем, она ценит вес. Мне показалось... Купить можно любого. Только Менге стоил бы мне Видишь ли, ведьмак? Может, тебе... Городской совет... Мнимая власть... Да ты мудр. Когда-нибудь так называемый...